Хочу поздравить всех земляков с наступающим 2017 годом. Что пожелать главного? Во-первых, дни новогодних каникул хочу каждому пожелать, чтобы высыпались, чтобы в 2017 году сделали баланс между расходами и доходами, и каждого он бы удовлетворял. Каждый новогодний Новый год, первые дни новогоднего года, каждый из нас желает и мечтает строить планы на будущее, правильно питаться, начать заниматься спортом. Но самое главное, я бы хотел каждому пожелать, чтобы больше времени мы проводили в семье. В эти новогодние праздники. Новый год – это семейный праздник. Хочу пожелать, чтобы в эти дни было радостное, бодрое, доброе настроение в каждой якутской семье. Дорогие земляки, пусть наступающий Новый год в каждом из нас разбудит только новое, только желание жить, двигаться навстречу всем экзаменам нашей жизни, чтобы эти экзамены нас приятно удивляли и радовали своими результатами. С новым 2017 годом!